Во вторник в Самарской области пасмурно пройдет дождь. Днем плюс 11, плюс 13, ночью 6-8 выше ноля. Ветер усилится южный. 6-8, порывы до 15 метров в секунду. В Сызрани тучи и дождь. Днем плюс 11, в темное время суток плюс 7. Южный ветер 7 метров в секунду. В Тольятти пасмурное небо, дождь. Днем плюс 11, ночью 8 тепла. Южный ветер 8 метров в секунду. В Самаре пасмурно, вечером дождь. Днем плюс 12, ночью 6 с плюсом. Южный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 60%. В геомагнитном поле небольшие возмущения.